В назначенное время у третьего подъезда дома номер 57 по улице Школьной собирается группа людей, чтобы вместе поздравить юбиляра. Найдя свободное окошко в плотном расписании, подъезжает и председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко. Это событие он пропустить никак не мог. Во-первых, Галина Матвеевна, это моя учительница. Все в сборе, можно начинать. Дверь открывает сын именинницы. Всех желающих маленькая квартира в Хрущевке вмещает с трудом. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов зачитал поздравления от президента России. Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Несмотря на несколько официальный тон обращений, поздравление, как ему и положено, проходило в теплой и неформальной обстановке. Станислав Радченко передал для юбиляра послание от губернатора Подмосковья. Желаю вам здоровья, благополучия, душевного спокойствия, приятных забот, любви и внимания со стороны близких. Всего самого наилучшего. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Передали Галине Матвеевне поздравления от администрации муниципалитета и лично от главы Валерия Венцеля. Также ей вручили медаль, выпущенную в честь 90-летия района. Свои подарки вручили также начальник Ленинского управления социальной защиты Елена Гусева и депутат Татьяна Ершова. От всей души поздравляю. Ага. Вам такой же вот крепости духа, оптимизма вот этого. Молодцы, молодцы. И будьте здоровы, не хворайте, самое главное. Галина Матвеевна родилась в Рязанской области в городе Касимов. Ее родители были учителями. После войны Галина Морозова продолжила династию и окончила Рязанский педагогический институт. Более 50 лет она отдала преподавательской деятельности. Учила ребят в видновских школах номер 2 и номер 5. Повезло мне. Вот они говорят, что им повезло. А я считаю, что мне, если за 53 года я... Почти, они говорят, мы никого не помним, чтобы вы выгнали из класса. Никогда. А почему? Так они себя вели. Но до сих пор это мои дети все. И та школа, и эта школа. Сегодня весь день Галины Матвеевны расписан по минутам. Через полчаса к ней уже придут бывшие ученики, фотографии которых стоят у нее на полках. А вечером праздничный стол в кругу семьи. У нее 2 сыновей и 5 внуков. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.